Построю себе пока что вот такую коробку. Блин, дерева не хватает, а скоро уже закат. Ой, я уже слышу зомби. Зомби, лопатой на похлебалу. Так, а ну пошли, пошли из хаты, давай. О, как мы их раскидали. А, где? Блин, вот это нашествие зомби, реально. Ох ты ж, падла. На тебе тоже. Итак, всем привет, дорогие друзья, это зимнее выживание Майнкрафт, так как скоро Новый год, вот, я собрал компашку людей, вот, из моих модераторов, которые сидят на стриме, будет очень весело, короче, вот, собственно, у нас тут поймали слона уже, и вот, короче, мы будем выживать здесь, тут мы, короче, находимся на зимнем острове, и, собственно, вот, короче, вот такие вот чуваки с нами сегодня, вот, слона поймали. Ну вот, и, собственно, у нас что есть в сундуках? Вот, так, двухствольное ружье я заберу, пожалуй. Собственно, вот тут есть еще сундук Лехи. Ну, Леха у нас, короче, деревенщина. Он будет выращивать у нас всякий провиант. Так, вот тут еще я, пожалуй, лопату заберу. Мне хоть что-то оставили, спасибо. Так, и железный слиток. Так, собственно, вот, чуваки, мы построим, короче, огромную деревню. Тут будем изучать карту. У нас будут вот пушки, самолеты, вертолеты, машины. Короче, будет очень весело. Собственно, так, я сломаю, пожалуй, сундучок. Ну вот, и надо уже идти добывать дерево, потому что скоро уже ночь будет. Так, буду еще им подсказывать всякое, ну, всякое разное. Собственно, это немного похоже на Long Dark. Вот. Давайте напишем им сейчас, чтобы рубили деревья там. Ну, можно уже, чтобы было строиться. Вот. То есть это очень похоже будет на Long Dark, только без холода, без мода на холода и прочее. Как видите, вон уже в чате пишет, типа, заработал достижение нарубить дров. Дровосеки, блин. И сейчас мы будем строить офигенскую деревню, дорогие друзья. Собственно, вот. Недавно я закончил зомби-апокалипсис в Майнкрафте. Я закончил его, потому что не хотел больше кормить вас дерьмом. Извините, пожалуйста, за выражение. Вот, за выражение, но серьезно, как бы. Мне писали много, что это плагиат Диоксида, хотя я разговаривал с Диоксидом. Он тоже говорит, типа, плагиатит, типа, ему пишут комментарии то, что он плагиатит много у кого. Так вот. Собственно, сейчас у нас просто это офигеннейший проект будет, чуваки. Мы сейчас будем, вот сейчас мы пока что строим только карту, а потом мы будем изучать все. То есть, чуваки, садитесь поудобней, вот ставьте на паузу, готовьте какие-нибудь конфетки, там, чаечек. И погружайтесь в атмосферу этой чертовой зимы. Этой зимы, да. Просто эта зима... Ой, там что? Чуваки, там скорпионы. Честно, я немножко боюсь скорпионов. О, тут уже это... Слона в загон поймали. Ну что ж, слон. Ой, что меня бьешь? Так вот, собственно, уже можно будет строить деревню здесь. Вот. Деревню, значит, строить так. Надо обратно посадить. Сэплинг. Земли у нее нет, ну, накопай. Накопай. Так вот, собственно, вот Леха, да, это МС Пох, Сейникс, Фанни Гуфи и Котя Нясся. Это вы, наверное, знаете. Если вы сидите на стримах, да, то, короче, они мои модераторы. Че? Под елкой накопай. Под елкой накопай, собственно. Сейчас настанет ночь, мы будем строить такую, типа, деревню. Вот, короче, будет очень интересно, чуваки. Просто очень интересно. Так, давай, залезай. Я надеюсь, это много кто посмотрит. Потому что летсплей в последнее время что-то не очень актуальный. Но это, блин, это даже будет не летсплей, это будет крутой летсплей. Это даже не совсем летсплей. Ну, нормас, короче, будет. Так вот, тут уже Сейникс строится у нас, а другие убежали куда-то. У нас, короче, очень много модификаций, как вы видите, уже слоны. Вон Леха там что-то стоит. Рабочий стул поставил себе. Так вот. Надо, короче, сделать нам печечку еще. Печечку, прочее. Так, построю себе пока что вот такую коробку. Ибо потому что дерева у меня еще не так много. Вот. Построю себе, значит, коробку. Буду жить пока что в коробке. Как среднестатистический бомж. Вот. Не, я пока сделаю свою хлобутку.
Хлобутку, блин. Нормальное слово такое. Ну, хлобутка — это там, где вещи хранят. Ну, я, пока я бомж, я буду жить в хлобутке, серьезно. Так, песка у меня нет, надо бы у Лехи спереть немножко. Сказать ему, типа, Леха. Так вот, собственно. Я пока что сделаю свой отдельный домик от всех, чтобы хранить там ресурсы. Вот. И, короче, будет очень круто. Так вот, блин, дерева не хватает, а скоро уже закат. Надо быстрее рубить тогда будет. Так, вот именно поэтому... Ой, фига Леха железо нашел. Так вот, именно поэтому, потому что сейчас стемнеет, появятся монстры, все, я вот просто вангую, все сейчас придут ко мне в дом. Потому что у них закончились стройматериалы, а у меня дом-то готов. Так вот, сейчас я его просто заставлю немножечко, и мы будем там, наверное, все вместе сидеть. Не знаю даже. Так вот. Давайте поставлю вот так вот. Так, рубит дрова. Вот, блин, им повезло. Они успели забрать себе топорики. А у меня нет топорика, понимаете? Вот у меня... Ну, нет у меня топорика. Ну, хочу топорик я. Вот нет у меня топорика, поэтому... Ой, чуваки не успели построиться. Ну, ничего, ща. Понабегут монстры. А все ко мне, наверное, приближаются. Потому что, ну, серьезно. Так, сейчас нижний слой просто дострою. Так, идите ко мне пока что на ночь. Факел дайте только. О, Сейнекс, давай, беги-беги ко мне в хлобутку мою. Давай. Дай факел. Факел, ну дай факел. Не тут. Бежь, надо факел. Все, все пришли в мою хлобутку. Сейчас будем отстреливаться от монстров, я думаю. Так, поставим тут дверку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас кое-что забахаем. Так, ставься. Во. Ой-ой-ой-ой-ой, не так, блин, поставил. Черт. Так, ну ладно, давайте пока что идите ко мне. Ой, я уже слышу зомби. Зомби, лопатой на похлебалу. На похлебалу лопатой. Давайте вот так прыгать еще, чтобы бить его так. Во, вот так вообще найс. Блин, как-то быстро стемнело, не знаю почему, но да ладно. Я свою хату сейчас построю. Не требу. Во, Сейнекс с нами, а Фанни Гуфи и Котенясо. Я так и знал, что они... Как сделать топор? Объясните человеку, как сделать топор. Так вот. Рофл. Так, блин, мне сейчас нужно... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не-не-не-не-не, нахрен, закрой, бля, нет, я факел еще взломал, черт, фак, не, чуваки, у кого-нибудь есть, этот, блин, булыжник, а то я не знаю, блин, мне нужен булыжник, реально, блин, а Леха от нас далеко, вон он, так, ладно, у кого есть лишний факел? Потому что там реально темно, я ничего не увижу. Факел есть у кого-нибудь лишний? Во! Спасибо. Так, сейчас побегу к Лехе. Леха там уже надобывал угля, пещеру сделал себе. Ё-моё, Леха, как так-то? Ёкарный по голове. Здорово, Леха! Леха, одолжи булыжника. Лёха, одолжи булыжника. Да не факелов. Ну, ладно. Спасибо. Удачно покопать тебе, Лёха. А, земля. О, давайте ему землю накопаем, Лёхе. Но не сейчас, потому что сейчас, вон, жесть творится около нашего дома, а нам нужно... Добывунькать. Короче, чуваки, за этот весь летсплей вы услышите столько слов, да, всяких, которые раньше не слышали, что вы... Просто будете их в жизни использовать. Вот, например, цитатки от Лёхи. Вот уже добывунькайте есть. Вот, короче, добывунькайте, понимаете? То есть, ну, Лёха видно сразу, да, человек с фантазией.
придумал много, вон. Добывуньки. О, вы что там прорвались к ним уже? Домой, в хату. Так вот, пока мы бомжи, у нас пока что ничего нету. И поэтому мы сейчас вот так вот шкеримся, а потом мы будем просто их отстреливать. Просто будем отстреливать их так с чего-нибудь крутого. Так. А ну пошли, пошли из хаты, пошли из хаты. Давай, давай, давай. Вали, 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 вали отсюда. Вали, вали, вали. Вали. Оу, как мы их раскидали. А, нет! Ты что сделал, пас, падла? Ай-яй-яй, закрывай, 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 закрывай. Закрывай, блин. А, еще один крипер. Нет, 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 уйди, 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 уйди. Я сам построю. Ой-ой-ой-ой-ой, падла. Нахрен, закрывай. Все, а то пауки проползут какие-нибудь к нам. А пауки это, ну, не очень хорошо. Так, чуваки. Пауки это вообще нехорошо, я вам скажу. Чувствую себя крепостным. Леха там чувствует себя крепостным. Не-н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 е. Так, давайте поставим вот тут факелы. Чтобы хотя бы видно что-нибудь было. Ну что, построили вы общую хату, да? Вы в доме сидите, а я работаю. Ты красавчик вообще. Блин, ё-моё, чуваки, я не понимаю, что здесь. Ой-ой-ой-ой, не-не-не, вот ты падла зеленый уйдец. Тут все падлы зеленые, которые из них, я правда не знаю. Ну вот это, который я вальнул сейчас. Так. Так вот. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой, давайте ему поможем. Хотя, блин. Фига там зомби, смотрите. Там волчара еще. Забегай, братан. Братан. Твою мать. Нет. Ой-ой-ой. Блин. Вот это жесть творится, ребята. Че, я ему проломаю вход? Ай, крыса, падла. Забегай. Сейчас я ему разломаю тут. Вход разломаю. Ох ты ж, сколько тут зомби. Не, братцы мои, давайте вы отсюда пойдете, потому... Блин, вот это нашествие зомби реально. Просто снежные зомби какие-то. У меня персонаж уже голодает, потому что... Ё-моё, нет, не ты, нет, 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 нет. Ой-ой-ой, оборотень там еще. Ай, вы что делаете, это сука, молочь. Ой-ой-ой-ой, фига вам, смотрите, это просто какая-то арена мобов. Ой-ой-ой-ой-ой, народ, ой-ой, а если там оборотень, то ой-ой-ой-ой, это все, это ГГ, чуваки. Так, тут чьи-то вещи я забрал, ну да ладно. Так, ой, залезайте, залезайте, залезайте. О, все, я залез. Так, у меня дофига снежков, давайте. Давайте их закидаемся. А, это не оборотень, это волки же обычно еще. Блин, фига тут зомби, чуваки. А, я его взял. На. Вот, я скинул ему ножик. Ой, волка убили. Ну ладно, молодцы. Так, волчка серого бачка. Так, у меня есть пожрать стейк. Так, давайте я пожру, а то вообще жрать нечего, честно. Так, блин, чуваки, у меня еще меч сломается от этих бошек тупых мобов. Ой, мне ваншот почти прилетел, почти ваншот. Еще один выстрел, и все, это как... Ой, там эндерменов сколько. Не, чуваки, это жесть, это просто жесть. Это жесть, просто жесть, 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 жесть. Мне надо пожрать, а то я сейчас сдохну. Не-не-не-не-не-не-не-не, я подыхать как бы не хочу. А, вот картошки пожру. А, не, морковки лучше. Ох ты ж, ёкарный по голове. Мне надо, чтобы хп отреги... Ой, тут эндермен на кого-то разозлился еще. Так, не, падла, иди отсюда. Иди, 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 иди отсюда. Иди, иди, иди. Ой, 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 вы еще. Так, надо написать спаунпоинт. Спаунпоинт. Слона убили. Ну ладно. Так, короче, он меня задолбал. На. О, лук выпал. Класс. Ох ты ж, падла. На тебе тоже. Ох ты же, они бегают-то. Падла. Ай, дай забежать. Фу. Офигеть. Офигеть. Фига тут ночи хардовые. Просто хард. Такой хард лютый. Ё-моё. Так, я пока заберу Лёхины вещи.
Ой-ой-ой-ой-ой. Залезай, 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 падла. Ай, сволочи тупые. Ну-ка, умялись, умялись быстро, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, сейчас меня со спины подойдут еще. На, держи, 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 Леха, держи, Леха, держи, Леха. Держи, Леха, держи, Леха, держи, Леха. Так, вот это тоже забери, все. Так, все. Блин, надо перезарядить винтовку. Последние два патрона. А мотыга. А мотыга не у меня. Там, че? Там лежат вещи. Ё-моё. Блять, их подобрали, молодец. Ох, ты что ж делаешь-то? Блин, мне нужны стрелы для лука, ибо у меня нету лука. Не, сейчас первая серия вообще какой-то экшон. У нас, короче, блин, много модов. Так, вот Эндермену лучше в глаза не смотреть. Эй, ну ладно. Видимо, он меня боится. Так, мне нужно пожарить мою крысу, а то не очень-то хорошо. Так, пожарим. А где моя печка? Лёха, отдай печку. А тут, ну, блин, как бы не пожарю картошку я не буду. Ибо, если... А хотя... Ой-ой-ой, телепортируются всякие дядечки длинные. Так, семена не у меня, не, Лёха. Короче, чуваки, это была жесть просто. Вот так и началось у нас зимнее выживание. А, во, спасибо. Вот так началось реально у нас зимнее выживание. Да блин. Бывает баг такой, что не можешь прыгать. Это фигово на самом деле. Так, от мобов мы отбились. Блин, залезай. Да твою мать, залезать будешь? Вот. Слушай, ступеньки меня разгромили, все мне разгромили. Так, давайте пожарим крыску. Крыску Лариску. Так. Поставим дверку. Блин, как-то не перфекционистично. Мне разломали все тут, но что поделаешь. Так. Что поделаешь, как бы. Так, вот раз ступенька. И потом вот. Да, так вот, два ступенька. Потом вот так вот. Три ступенька. И вот, собственно. Восхождение на трон. Обычный дом нормального пацана вот так вот выглядит, как бы, не по-другому, а вот именно вот так. Собственно, чуваки у нас сейчас будут развиваться тоже. Так, давайте повесим табличку, что это дом Нузи. Так, дом Нузи, так, я неправильно с маленькой буквы написал, Нузи, Нейзи, вот так вот. И, собственно, вот... То есть жесть началась полнейшая. То есть подстреливались мы, прочее поделали. Вообще жесть, короче, была сегодня. И я думаю, на вот этом серию надо уже заканчивать, потому что вот чуваки будут у нас развиваться, да? Я тоже буду развиваться, и как бы я в следующей серии покажу, что они построят, как бы, какие дома и прочее. То есть всем спасибо за просмотр, народ. Всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии, добрые комментарии. Вон, собственно, Лёха у нас уже там, типа, фермы, избушку какую-то строит, не знаю. Эти вообще общий дом строят, этот какой-то фундаментный дом. Вот. Собственно, в будущем мы будем делать всякие блокпосты, прочую фигню, отстреливать монстров, делать пушки и прочее, прочее. Вот. Подписывайтесь на канал, снова повторяю, ставьте лайки. Бедный Лёха. Ой, в него там стреляют. Ну ладно, я пошел ему тогда помогать. И всем пока, народ. Чуваки, это надо просто видеть, смотрите. Это жесть. Тут, короче, прибежали мобы, все нам разломали к чертям. Это жесть, чуваки, просто. Я покопался сейчас в шахте. Просто смотрите, там эти вервольфы, прочая фигня. Вот я сейчас полу так задел, они блоки ломают, понимаете? То есть, вообще жесть, то есть это будет вообще очень угарное выживание, потому что тут мобы будут ломать нам блоки. Ужас. Вот видите, там взрывают уже всех. Просто жесть, чуваки, просто. Блин, сундук разломали, твари, блин. Нет, а у меня дерева нету. Черт. Вот, короче, будет такое вот угарное выживание у нас. Просто жесть. Я сейчас выйду просто вот туда, и вы посмотрите.
вы просто вот на вот этот вот Майдан. Они мне хату ломают. Паскуды. Они просто вот смотрите, что наворотили. Не, мы, конечно, заставим потом все. Иди в жопу. Это жесть, чуваки. Это жесть.